Готовы представить вам вышку Scorpio, мобильная передвижная вышка. Сейчас вы посмотрите, как она собирается в боевых походных условиях. Вышка у нас оборудована ступенями для подъема складными, что позволяет максимально удобно трансформировать ее для перевозки. А также две ноги, которые свободные остаются, имеют 6 степеней регулировки каждая нога. То есть вот мы видим, что здесь сейчас не в горизонте у нас площадка, где мы ее поставили. То есть вот одна нога отрегулировали по горизонту, позволяет выставить более точно вышку, чтобы комфортно было находиться. Также сиденье, рабочее место, так оно у нас называется, охотника, вращается 360 градусов. Удобный упор под ружье, имеет регулировки как по углу наклона, так и по высоте наклона. Подлокотник регулируется как по ширине, то есть от седока, так и вперед регулировку имеет. Спинка вместе с подлокотником регулируется по высоте. То есть регулировок очень много. Я думаю, что каждый охотник найдет для себя подходящее положение.